Почетную грамоту губернатора за отличную службу получает оперуполномоченный по особо важным делам Александр Королев. На службе он уже 19 лет, много раз принимал участие в спецоперациях. За последнюю в Дагестане награжден медалью за отвагу. «Защищать родину – это призвание», – говорит Александр. Профессия опасная, но в другом деле он себя не представляет. К этому идем мы всю жизнь. Да? Лучше ли мы будем профессионалы рисковать жизнями, чем срочник, солдат какой-нибудь. Да? Мы же знаем, как делать, как штурмовать, как задерживать. В этом году Росгвардия отмечает свою первую годовщину. Новое формирование на базе внутренних войск создано по инициативе президента 5 апреля прошлого года. Задачи, они определены в указе президента Российской Федерации, который определил создание войск Национальной гвардии. Их более десятка задач. Основная – это борьба, наверное, с терроризмом, потому что ее можно выразить и обобщить таким образом. И со всеми проявлениями, которые имеют место дестабилизации общества в целом. В своей приветственной речи глава региона особенно отметил, в Национальной гвардии собраны лучшие из лучших представителей силовых органов страны, которые способны решать самые срочные задачи. Без подобных подготовленных подразделений гарантировать будущее нашей страны, гарантировать то, что у нас будет все спокойно в сегодняшней жизни, это просто невозможно. Поэтому мы должны сегодня дружно все вместе поздравить людей, которые в этих частях, в этом подразделении служат, пожелать успехов, пожелать, чтобы все шаги, пока делаются первые, они сделаны были правильные. Гвардейцы, которые особо проявили себя на службе, получили благодарственные письма и почетные грамоты губернатора. Также со сцены звучали слова благодарности и пожелания мирного неба над головой. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.